Официальным партнером чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Казань 2019 стала Coca-Cola. Соглашение сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума подписали президент Рустам Минниханов и глава системы компании в России. Всего на полях форума подпишут 5 соглашений в разных сферах. Облетели всю республику на 11 миллионов рублей. Такова сумма штрафов, которую собрали инспекторы Минэкологии с начала апреля. 4,5 тысячи нарушений и львиная доля выявлена с квадрокоптера и вертолета. Под камеры с воздуха попадает все и все. В Москве подвели итоги юбилейного сезона КХЛ. Это своеобразный хоккейный «Оскар» в спорте. Зинатулла Абельлединов стал тренером года, а Наилю Маганову дали приз как лучшему руководителю.